Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале Оксана Гетман Телеклуб, где мы с вами говорим о телепередачах. Мы с вами уже обозревали последний выпуск подшоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж». И сейчас мы с вами продолжаем следить за виртуальным продолжением «Холостяка». Холостяки девочки начинают переписываться с друг с другом посредством Инстаграма. Конечно же, хотелось бы, чтобы так, как в фильме «Служебный роман», бывший парень попросился к бывшей девушке. Я понял, из-за чего вы с тобой разошлись. Нам нужен ребенок. Чтобы холостяк попросился к Юле назад. Но, как видим по постам в Инстаграме, Юля после финала выложила грустный пост о том, как ей было больно. А вот Аня Богдан, нарушив все правила, еще до выхода пост-шоу объявила, что да, мы наконец-то вместе. Поэтому все мои догадки, что холостяк вернулся к Юле, разбиваются в дребезги. А вы мне напишите в комментариях, какая девочка вам нравилась больше всего, за кого вы болели. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!